Всем привет! Добро пожаловать в первый эпизод новостей проекта Next 2023. Проект Next продолжит создавать для вас увлекательный и разнообразный контент в этом году. И мы решили сосредоточиться на землях рассвета, месте, где создаются все хорошие воспоминания. Сперва давайте взглянем на новый образ Лейлы. Лейла – одна из тех, кто был с нами с первых дней существования земель рассвета. Мы провели вместе почти 7 лет и прошли через множество приключений и битв. В этом году Лейла обновляет образ и приглашает вместе отправиться в новое путешествие. В данный момент мы все еще работаем над ее внешностью, стремясь довести изменения до идеала. Сейчас мы можем рассказать, что создаем для нее новый костюм в более светлых тонах и с четкими линиями. Новый костюм будет больше похож на школьную форму и станет отсылкой к Эрудитио, городу науки и родному городу Лейлы. В искусно созданном костюме будет лучшее качество текстур и более энергичный и стильный вид. Мы также меняем внешний вид оружия Лейлы. Изменения нацелены на то, чтобы по-новому представить ее высокотехнологичное оружие, не меняя его форму и структуру. Поскольку оружие Лейлы — это прототип, то логично сделать его более хрупким, с каркасными конструкциями и менее стабильным за счет открытого силового ядра. Идея заключается в том, чтобы показать, что оружие еще дорабатывается. Мы добавили электромагнитный элемент к очкам Лейлы с парящими линзами, которые могут двигаться. При активации линзы становятся более прозрачными. Мы также сделали для Лейлы новый брелок. Это высокотехнологичный брелок из Эрудитио, в котором загружены воспоминания о ее маме. Кроме того, мы дорабатываем историю Лейлы. Мы заново представим ее родной город Эрудитио в совершенно новом образе. Шпиль знаний. Вдохновленный Вавилонской башней, шпиль знаний возвышается в центре города и символизирует мудрость и свободную волю жителей земель рассвета. Отсюда герои отправляются на борьбу за свободу и неприкосновенность всех существ и начинают свой путь к исследованию этих земель. Квартал каналов. Квартал каналов Эрудитио соединяет нефритовый путь Агелты на западе и замерзший океан на севере. Здесь можно найти товары и встретить жителей со всех уголков земель рассвета. Подземные руины. В руинах под старлиумовым реактором разрушенные колонны напоминают Эрудитио и его жителям о забытой истории и о бесконечной войне. Здесь начинается путь сражений за свободу и независимость. Путешествие по бескрайним землям рассвета. На этом мы завершаем эпизод новостей проекта Next. Еще увидимся! До скорых встреч на землях рассвета!